Мы едем за городом в магазин. Да. Этом кто-то рукой машет. Да нет. А, да, есть! Без человека сбили! А вдруг это зомбах? Тебя же посадит! Кто зомби полицейский? А, идем смотреть. Идем. Меня посадит, хочу. Ебануться. А кто это? А вдруг это зомби? Переверни его. Ты что, его не узнал? Это черт вонючий! Она в школе сдала. Помнишь? А, да, точно. Черт это же Марина. Черт вонючий. Давай тащим его в багажнике и поехали. А давай. Ну ты, Виктор, сложный. Мне же пизда будет. Ну да-да. Это же преступление. Блять, сайзнюс. Все, доехали. Давай. Марина, ответь за прошлого. А что мне? Настал зомби-апокалипс. Все зомби превратились. Я помню, это про семейный день. Ну, короче, мы ехали. И тебе зомби жопу изнастировал. Радуешься, что ты вообще жива. Ладно, скажу честно. Он тебя сбил. Ладно, хватит шутками. Это реально он тебя сбил. Ладно, ты будешь спать здесь. Это поняла? Это типа твоя комната. Это типа твоя комната на время. Ты сам придумаем ты что-то. Ты долг должен будешь. За прошлого. Поняла? Ладно. Все, идем. Короче,
у Тимми сегодня день рождения. Ему подарок приготовили. Идем. Идем, нац, Марина. Привет! Здорово! Снюхай тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! Стоп! Да ладно! Снюхай тебе, брат! Да ладно! Идем! Это зомби! Родители, это святое! Ну да, я понимаю. Ну понимаю.